Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдий, и мы попробуем побегать двумя героями, которыми я не особо люблю бегать, но мне интересно посмотреть на связочку. Так, давайте-ка его уберем. Уберем ворожая на связку вот такого вот Минотавра. Сейчас мы ему поставим. Ой, куда смертушку? Дрого. Для урона я уже показывал, что с такой сборкой он намного веселей. И также мы будем юзать Анубиса. Этих два героя с чарами суперсилы новыми. То есть ускоренный набор энергии. Вот суперсила и Минотавр тоже самая суперсила. Собраны на атаку. Попробуем топов. Ну, сегодня у нас не особо такие мега там топы. Поэтому попробуем затащить именно двумя этими героями. Набор энергии быстрый, в принципе, это позволяет нам заряжаться даже от стрелка в некоторых случаях с воодушевлением, если он будет на дефе. Так, окей. Ну, не пускают нас на битву гильдии. Че за прикол? Видите, не могу. Давайте перезайдем. Что-то оно тупит. Битва гильдии для нас закрыта. Так, окей. Смотрим, что тут у нас есть. 818, 700, лям 900, 900. Значит, бьем 4 отсюда. Если сможем, конечно же. Так, что у нас тут? Воодушевление на космо вижу и юниты. Значит, делаем вот так вот. Как раздают жестко. Ты даже задумался, надо ему выживание или нет. Толку от него никакого. И от ангела точно так же. Так, окей, значит, попробуем вариант. Вариантик сразу же поставить ремочку. Ну, конечно, с пактом это глупая идея против таких топов, но попытка не пытка. Нам самое главное выбрать юнитов. Ну, как видите, не хватает. Попробуем с бастом вариант. Поэтому я и говорил, что вариант с пактом, ну, такой себе. Это чисто для подземок, для такого. А битвы гильдии такой ничего не сделает. Он не убивает толком. И дольше живет, как видите. Но опять же, это не спасает нас. Попробуем отвлечь юнитами. Ай-яй-яй, под молчанку попал. Тебе без юнитов никуда.
Ну давай ударь третий раз, посмотрите, что делается. Вообще пипец какой-то. Это ужасно. Так, а ну попробуем. Другой вариант. Еще хочу такой вариант попробовать. Поставить психощит. В принципе, заряда нам должно хватать. Это еще пока, ребят, полбеды надо, чтобы Минотавр еще сработал. Видите, с психощитом как-то повеселей будет. Все равно не всех юнитов собака слил. Сейчас его, наверное, убьет Фрея. Ну, блин, не хватило. Да, ладно, давайте пока других побегаем, посмотрим, потом вернемся к нему. Так, тут у нас... Вот это нормально, тут у нас нету... Прям таких... Что это было? Да, он побежал. Так, юнита в раз слил. Да, печально, печально уже сливать Анубисом. Юнитов. Ладно, попробуем через Фрея сейчас достать. Это просто пипец, посмотрите, что Фрея творит. Ну, странно, как-то он не всех юнитов добивает. Но вот радует, что набор, вот видите, набор. Набор энергии очень быстрый. Теперь подтягиваем сюда этих и выпускаем Минотавр. Куда? Ужас, это ужас, а не Минотавр. Решил просто пойти сразу на здание. Так, окей. Как видите, здесь эта связочка вполне очень даже. Так, тут у нас что? Тут у нас водушки. Да, тут я даже не знаю, Фрея есть. А, есть Фрея, отлично. Фрея One Love. Ну, кто-то зарядит мне Фрею или нет? Надо все-таки возвращать на Анубиса ремочку. Ну, как видите, в принципе, Минотавра одного хватает. Так, возвращаем рамку. Для чего ремку возвращаю? Для того, чтобы активировать Фрея. Там, где есть Фрея, пройти можно разными вариациями. Главное ее заряжать, чтобы она голубей своих выкидывала. То есть не обязательно бежать в центр Раста. Анубис, ты чё? Это ужасно, вы видели? Просто даже Фрею не атаковал. Так, понятно, они с той стороны забежали. Поехали, попробуем с другой стороны. Нам самое главное, чтобы он включился и активировал Фрея. Но он что-то включается, то ли он по ней миссает, не могу понять. О, наконец-то. Минотавр, ну что ты так, ну? Там космо еще у нас заряжено, я так понял, да? А там космо, в принципе, на мелкой воодушке. Не особо страшно, самое главное Фрею зарядить. Смотрите, Фрея просто тупо не заряжается. Надо, наверное, будет сейчас попробовать собрать другого смотрителя. О, наконец-то. Наконец-то она зарядилась. Да, блин.
Вот они задача. Ладно, идем следующего, пока посмотрим. Это ужасно. Так, что у нас тут? Тут у нас воодушевление, я смотрю, нету. Тут у нас роза. В принципе, вообще можно Минотавра запустить через дырочку. Что-то у него так энергия. А, там питомец же снимает энергию. Я думаю, что за дырка? Ладно, запустим через другую. В принципе, можно и там. Но видите, этот пэт снимает очень круто энергию. То есть для Минотавра реально это проблема. Так, тут у нас ледяха, где у него еще дырки есть. Только пока две вижу. В принципе, можно выпустить Анубиса и потом Минотавра. То есть он снимает с одного героя, выпускаете другого, и никаких проблем нет. Так, окей, 818, 700. Значит, бьем одну гильдию, получается. Так, блин. Это испорченный у нас Анубис. Да куда ты, голубь, уж убежал? Блин, убежал совсем не туда, куда нам надо. Минотавр тут, наверное, не добежит, не успеет, скорее всего. Ух ты, как красиво смотр ударил, видели? Слил землеройку. Так, что-то мышка разрядилась. Да, сели батарейки. Поэтому, ребятушки, буду клоцать. Да, не все так просто. Я ожидал, что все-таки будет побыстрее. Битва гильдии наша. Так, 745, давайте тут топа прям убьем. О, как я люблю эти воодушевления. Стрелок. Вот это, кстати, получше раста, чем все остальные от Минотавра. Ну, видите, Анубис просто тупо сливается. Ты ничего не сделаешь. Молчанка и сразу же бьют. Попробуем загреть изначально на Фрэнка. Но дальше дело берет свой Зефир. Зефир, стрелок. Так, что попробуем сделать обманный маневр. Ну, Минотавр вряд ли добежит. Он тут не жилец. Тут только вариант пробовать Минотавра с маскировкой. Давайте попробуем такой вариантик. В принципе, у нас там два топа таких остались, что можно и маску поставить. Ой, нафига я Зефира выпустил? Сейчас сольемся. Да. Убил всех, убил, красавчик. Так, пробуем со стороны стрелка, наверное. Давайте так юнитами немножко разрядим. Ну, видите, Зефир у нас. Надо все-таки больше спама пускать. Зефир то бьет, а вот Франк добивает в инвизе. Вот в чем проблема.
Так, отлично. Сейчас пробуем, чтобы все зарядились. Конечно, на телефоне это намного удобнее. Вот так вот. То есть вот так вот можно делать, в принципе. Ставите маскировку и обезвреживаете юнитов фрэнков и немножко зефира. Ну, в принципе, зефир, если будет попадать, это даже лучше, если у вас стоит маскировка. Это вам плюс. Он подобьет до маски, он не убьет вашего минотавра. Так, ну, поехали, будем мучить, пробовать здесь. Так, пусть зарядится. Не успел. Поехали еще разок. Немножко неудобно этой мышкой. Геймерской. Не успел он уйти в инвиз, к сожалению. Блин, а зачем я здесь выпускаю этого Анубиса, если здесь можно просто Минотаврика подкинуть, правда, главное, чтобы его не слили, а подбили немножко. Вот тут немножко не получается. Видите, он как раз, когда подходит, не вовремя активируется смотр. Попробуем так сделать. Анубиса кинуть. Не по Минотавру ударили. Ай-яй-яй, смотрите, как красиво, конечно. Минус нули. Ну давай, уходи в инвиз. Сейчас Фрэнк убьет. Вот Фрэнк самая болючая проблема здесь. Очень мешает. Не совсем, чтобы очень-очень, но мешает. Так, все, Фрэнка мы минуснули. Отлично. Сейчас, может, если повезет, разруху мы не смогли минуснуть, но мы попробуем сейчас его обезвредить. Ай-яй-яй-яй-яй, почти ушел. Блин, обидно, обидно, обидно. Давай, Минотаврик, бей! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смотрите, что делается. Блин, и ушел в инвиз, когда не надо. Обидно. Блин, там мин очень много. Наверное, может не туда запускать его. Пробовал все-таки через вверх где-то забежать.
Ой-ой-ой-ой-ой, ну давай-давай-давай, бей-бей-бей-бей-бей-бей. Есть. Хорош. Так, ну все, остался у нас один топ в этой связочке. Как видите, хватает юнитов и два героя, в принципе. Так, здесь забрали, но тут, конечно, будет посерьезнее все. И посложней. Так, там Рино в тотеме даже есть. Так, Анубис у нас не убрал. Ну, в таких случаях есть дырки. Вот такие вот. Они, кстати, очень полезные. Не успел. Как видите, слишком много мин. Такс. Давайте еще разок. Блин, да чё ж тебя так минусуют? Ну. Смотрите, как юнитов хилит новый питомец. То есть новые паты, как видите, довольно-таки неплохие. Есть у них плюсы, они для битвы гильдии хороши, забирают энергию. То есть минотаврам сложнее пройти, но опять же, это все временно. Ой, отлично. Рая ван лав. Вот так вот, просто изи, топ-5, связочкой двух героев, вот такого вот Анубиса, можно с пактом, я вам уже говорил, что с пактом он не ахти, не совсем он хорош, чисто для подземок и такого вот минотаврика. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, всем удачи, всем пока.